На Астана Open не обошлось без сенсаций. В первом же круге первую ракетку мира Карлос Алькараса выбил лаки-лузер Давид Гофен. Бельгийский теннисист проиграл в квалификации Луке Нарди, но получил второй шанс после того, как снялся Хольгер Руне. Однако в следующем круге Давид проиграл Адриану Манарино. В парном разряде не осталось казахстанских дуэтов. В первом раунде из борьбы выбыли Александр Недовесов и Андрей Голубев, а также пара Александр Бублик и Бейбит Джукаев. Единственный казахстанец, дошедший до второго круга, Александр Бублик стартовал на турнире с победы над Таланом Грикспуром, но не смог завоевать путевку в четвертьфинал, уступив Хуберту Хуркачу. Дальше первая ракетка Казахстана отправляется на турнир во Флоренцию. Дома, как и всегда, Александр получил громкую поддержку болельщиков. Я очень рад, что я вижу здесь своих коллег, которые играют на более высоком уровне, чем я. И ребята из десятки, сколько человек? 6 вроде. И я считаю, что это огромный праздник для страны. И остается только сказать спасибо за то, что я мог принять в этом участие и настраиваться на дальнейшие соревнования. Участники Astana Open не могли не уделить внимания маленьким теннисистам. Воспитанники республиканских теннисных центров со всех регионов Казахстана получили возможность не только увидеться, но и сыграть в теннис со своими кумирами. В мастер-классах приняли участие 9-я ракетка мира Андрей Рублев, 18-я ракетка Карен Хачанов, казахстанец Бейбит Джукаев, Чжен Чан, казахстанская пара Андрей Голубев и Александр Недовесов, сильнейшие парники Кевин Кравец, Андрея Смис, Тим Пуэц, Маты Павич, Никола Мектич, Иван Додик и Остин Крайчик. Это больше, мне кажется, для атмосферы, чтобы дети смогли почувствовать, что вот к ним пришли профессиональные игроки поиграть, то есть для настроения, чтобы сделать их день чуточку лучше. И в целом, мне кажется, это, ну, как бы очень классно, потому что когда там я бы был маленький, и я знал, что там я могу сделать хотя бы даже один удар с каким-то из профессиональных игроков, мне бы это очень хотелось. Это может быть еще больше мотивации для детей. Здорово всегда, когда есть возможность в свободное время поиграть с детьми, сделать, так скажем, мастер-класс. Я только за, люблю это делать. И здесь очень теплый прием, так скажем, как домой приезжаешь, поэтому каждый раз большое удовольствие получаю. То есть люди считают тебя, так скажем, своим, и это очень сильно располагает. И вообще турнир, то есть да, я приехал первый раз и очень классно организован. То есть один из лучших, наверное, турниров в году, честно скажу, на большом уровне. Четвертьфинал всегда считается неким переломным этапом на всех турнирах. ATP 500 Astana Open не исключение. Он оправдал все сравнения с мастерсами и гранд-слэмами, поскольку 5 из 6 игроков топ-10 добрались до стадии 1/4. Это Данил Медведев, Стефанос Циципас, Новак Джокович, Андрей Рублев и Хуберт Хуркач. На кортах Национального теннисного центра с этого рубежа началось все самое интересное.